А что так долго кнопка? Видео. Ой, господи, я думала, я сфотографировалась, а я даже и съемки. Слушайте, ну мне... Это кошка или зайка? Это кошка. Мне нравится быть кошкой. Да еще золото на голове сыпется вообще. Смотри, какое свечение. Мне нравится. Мяу. Хоть на старости кошкой побудешь. Ну что, довязала я повязочку свою. Сижу дома, дома холодильник, а мне так тепло, ушком тепло. Такая вот повязочка челма. Вяжется очень просто. Я сегодня вот села, за утро ее практически за 2 часа связала. Вяжется очень легко. Я вязала из такой плотненькой пряжечки. На голове сидит очень удобно, она теплая, прям как двойная. Вот. Обыкновенное чулочное вязание, платочное вязание. Вот. Мастер-класс выставлю. Начну сейчас следующую вязать. У меня очень много остатков пряжи. Я просто навяжу различные повязочки. Девочкам, своим подружкам буду дарить. Так что вяжите. Вяжите, мои хорошие. Вяжите с удовольствием. Вяжите на здоровье. Начинайте с больших вещей, с маленьких. Как получится. Ну, вяжите. Вышли во двор, а сегодня такой витрина, а тут еще и такой дождина полил. Вы даже не представляете, что за ценное растение растет у нас вот прямо в палисаднике. С синими цветочками. Знаете? Это называется окопник. Для женщин самое первое растение нужное. Во-первых, он от рака, от опухолей, от мастопатии у женщин. Я делала настойку на меду и делала настоечку на спирте. Спиртовым раствором я растиралась хорошо, снимает позвоночные боли, суставные боли очень хорошо, обезболивает, прям это анальгетик какой-то. А внутрь принимала с медом для того, чтобы, ну, в качестве профилактики. И еще очень много, посмотрите, вышли вот мы с Аллочкой, бродим, гуляем. Очень много чистотела. Знаете, чистотел самый первый, то же самое употребляем, то же самое употребляем. Посмотрите, какие одуваны. Красота, сирень. Так что очень много лекарственных растений у нас прям под носом растет. Бери, не хочу. Ну, а мы пошли дальше заниматься вязанием, готовкой и подготовкой к лету. Всем привет! Интересный такой лайфхак. Вот когда лень наклоняться и снять вот такие красивые вязаные сапожки, которые мне подарили, знаете, что я делаю? Вот так вот раз и скольжу. Раз. И сапожки снялись. Вот если бы они еще таким же движением бы вперед одевались, вообще бы было замечательно. Вообще чудесные сапожки. Привет! Оптимисты по жизни вас приветствуют. Что творится в моих кастрюльках? А у моих кастрюльках красота творится. Здесь у меня компотная смесь замороженная. Посмотрите, какая веселенькая, красивенькая. А здесь у меня вареники с вишней. Вкусненькие. Сейчас или со сметаночкой, или с маслом сливочным сделаю. Сахарочком посыплю еще. Кому кисло, и будут вот такая вот красота у меня будет. Готовьте, готовьте с удовольствием. Кормите своих любимок, дорогие хозяюшки. Чтобы в припрыжку бежали домой на вкусный ужин или обед.
Вот такой сегодня лес. Вот такая сегодня Натали. Суску дудонит. Привет, Аллочки. Привет, Аллочки. Привет, Наташа. Это от Аллочки. Донюшка, гуляем. Посмотри, какие тут цветочки. Как тебе не хватает? Сейчас бы в припрыжку тут бежали бы с тобой. Вот так вот идем. Идем и идем. Красоту смотрим, дышим. Никого. Кстати, Аллочка, там что-то раскопали. Вот на поле, где лавки стоят. Наверное, комплекс вот этот вот, что Клычков говорил, будут делать. Вот так вот идем. Песенки поем. Мы увидели бельчонка. Вон она. Наташа подошла, я иду. Маленький такой. По дереву, ага. Вон он сидит наверху. На ветке. Все, а то я сейчас перевернусь. Здорово. Это бельчонок. Когда видишь белок, почему такая радость возникает? А? А потому что... Видите, сколько незабудок. Прям засеяно все. Вообще. И белые. Ой, белые всякие. Ой, вообще. Прям весь лес голубеет. Ой, вообще красота. Наташа, там что-то мужские голоса раздаются. Посмотрите, что творится в микрорайоне северном, улица Селякова. Вы посмотрите, что. Вот у меня общежитие малосемейное, где детки гуляют, люди проживают. И вот такая вот красота. Вы посмотрите, что творится. Это вообще просто невероятно. Все мимо, все вывалено. Грязь несусветная. То стояли огороженные контейнеры. Теперь посмотрите, что все развалили. Вот в такой ужас приходится ходить. Вокруг живут люди.